В недалеком будущем село Кобрли Каратальского района вполне может стать родиной олимпийских чемпионов. Подспорьем для этого стало открытие нового спортивного комплекса в Кызылбалыкском сельском округе, превратившее этот день в настоящий праздник для жителей населенного пункта. Причем, как отмечают специалисты, строительство этого спортивного объекта стало возможным благодаря реализации государственной программы АОЛ Ельбисыгы. Если для сельской молодежи, распахнувшей двери спорткомплекса, это шанс профессионально заняться спортом, то для жителей Кобрлика возможность трудоустройства. Подробности в материале нашего корреспондента. Благодаря инициативе Несипан Джинспайлы в нашем селе открылся новый спорткомплекс. Это для всех нас стало большой радостью. Конечно, один он не справился бы с этим делом. Его идею поддержали глава области и аким района, за что мы им очень благодарны. Наша радость безгранична. Этот день войдет в историю села Кобрлик. Собравшиеся на открытие нового спортивного комплекса, сельчане не скрывали своей радости. Не скупились они и на слова благодарности. Напомним, первым инициативу строительства спорткомплекса в этом селе поднял заслуженный тренер Казахстана Несип Джунспайлы. Он поздравил жителей Кобрлика с важным событием и выразил надежду, что отныне сельская молодежь и подростки найдут для себя любимое занятие. А лучшие из них станут в будущем настоящими звездами спорта и прославят родной край. Обращаясь к землякам, Несип Джунспайлы выразил благодарность всем, кто внес лепту в это благое дело. Этот спортивный комплекс был построен в отдельном селе, так как до него тяжело добираться. Поэтому наша инициатива была реализована при поддержке государства. Нашу идею поддержали глава области и аким района. Я очень благодарен всем за это. Село Кобрлик расположено в 180 километрах от районного центра города Уштобе. К Кызылбалыкскому сельскому округу относятся два населенных пункта – села Кобрлик и Каракума. Общая численность населения составляет чуть более 1300 человек. По словам главы района, в будущем подобные спортивные комплексы будут построены еще в нескольких населенных пунктах, чтобы у сельской молодежи и подростков была возможность поддерживать здоровый образ жизни и приобщаться к спорту. На реализацию данного проекта было заложено 120 миллионов тенге, а по итогам госзакупок подрядная компания выиграла тендер с итоговой суммой 105 миллионов. После завершения строительства спортивный комплекс сдан в эксплуатацию. Работая в данном направлении, в прошлом году мы подобный спорткомплекс сдали в селе Кальпе. Также было начато строительство и в селе Тастубе. Спорткомплекс в Кобрлике – это третий по счету объект. Уже в июле мы планируем торжественное открытие спортивного комплекса в Тастубе. Наряду с этим, при поддержке главы области в Искельдинском и Балпыкском округах, в будущем будут возведены блочно-модульные спортивные объекты. Общая площадь двухэтажного здания спорткомплекса составляет 240 квадратных метров. К радости сельской молодежи и подростков, они смогут заниматься здесь такими видами спорта, как борьба, волейбол и баскетбол, а также посещать. А для жителей села Кобрлик в этом учреждении открыты 11 вакантных мест, что даст возможность сельчанам обрести постоянное место работы. Гульмира Тимиргалиева, Еркебулан Жакабаев, Женис Абдрешев, телерадиокомпания ЖТСУ.